снова. Вот только что на тупик похоже. Но сейчас это долетит. А что у нас? Настур. Гидропонная ферма. Ну, упадет немного это. Но количество населения тоже доходность. Сколько населения, сколько. Плюс 9 стало. Обнаружен флот пирата. И кто обнаружен? Налетчик. Если бы это был мародер, это была конкретная проблема. Лети. И много-много ходов. 5 ходов. А я сюда куда-то. Ну что тут за планета? Какая байда? Ну что, компетентный засушливый. Крупный компетент. Крупный компетент 9 населения. Но здесь выхода нет. На кого-то сюда. Непонятно тоже. Он дает перелет, но. У нас с другими расами, если какие расы встретятся. То есть здесь. Через все вперед неохота. Ну чтоб фрегат не задерживать сюда. Автофабрика, надо вам автофабрика. Может нам лучше. Ну, исследования какие-то. Да, исследования сейчас через турка могу. База обслуживает один. Ракетная база. Ну то есть разница, что мы автофабрику построим. Та дает плюс 2. А если перекинуть сюда кого-то, то тут будет плюс 3, а тут плюс 2. Или плюс 2 туда. Ну, все, наверное, производство пока. Ну, продовольствие, да, тут. Сооружение 4, население 7 дает. 11 туров кого-то можно выпустить, а этот 15. Примерно. Ну, мы, конечно, да, ракетная база. Ну, обслуживание 1 лярд за ту. Самый мизер. Ну, автофабрика увеличит количество производительности. Даже если мы население уберем, потом можно поставить обратно. Ну, мы это решим. Буду атаковать. Шансы, говорит, достойные. Это новый фрегат. Уже произведён. Столичный. Капитан. Тут астероидов это не видно особо. Замыв туманазер туда. А мы в поставили форсажный двигатель, так что можно. Еще держится, да. А теперь у него лазерные штукенцы. Там далеко находимся. Отходим.
попадает. Долетал-то. Но было не сближаться, он вроде в тему не попал. Он чуть-чуть отъел, да. Точность ракет 33. Ну раз попал, а мы 4 попали. Причем один. С юбилеем.